Айс Рахи на втором месте, Зарбия на третьем, Аничков мост. На четвертом ставке Ель, на пятом сольфеджио. Скачет ведет Уайс Рахи. На втором месте Зарбия. На третьем месте Аничков мост. На четвертом сольфеджио. На пятом месте сладкий Эль. 400 метров пройдено за 26,6 секунды. Третий Уайс Рахи. На втором месте Зарбия. На третьем месте Аничков мост. На четвертом сольфеджио, на пятом месте сладкий Эль. Скачку идет Уайс Рахи. На втором месте Мазарбе, на третьем Аничков мост. На четвертом сольфеджио, на пятом месте сладкий Эль. 500 метров пройдено за 32,9 секунды. Впереди Уайс Рахи, на втором месте Зарбия. На третьем месте Аничков мост. На четвертом сольфеджио, на пятом месте сладкий Эль. На первое место вышла Зарбия. На второе место вышел Аничков мост, на третьем месте Уайс Рахи. 500 метров пройдено за 31,8 секунды. Первую скачку в борьбе ведут Зарбия и Аничков мост. На третьем месте Уайс Рахи, тут же сладкий Эль. На пятом месте сольфеджио. Скачку в борьбе ведут Аничков мост и Зарбия. На третьем месте сладкий Эль. 500 метров пройдено за 31,7 секунды. Скачку идет Аничков мост, тут же Зарбия. На третьем месте сладкий Эль. Скачку идет Аничков мост, на втором месте Зарбия. На третьем месте сладкий Эль. На четвертом Уайс Рахи. Аничков мост на втором месте, Зарбия, на третьем месте сладкий Эль, и впереди Аничков мост.